Я думаю, что каждый из нас просто любит молиться, понимая, что Бог слышит все молитвы. И если есть такое утверждение, молитва до потолка, я скажу искренне, я не согласен, потому что Библия говорит за каждое слово, да, более того, за каждое праздное слово, которое скажут люди, они дадут отчет перед Господом. Бог слышит все слова, Бог слышит все молитвы. И если бы я спросил, можете ли вы вспомнить, вот когда Бог реально отвечал на вашу молитву, я думаю, что все христиане, верующие, возрожденные люди, одни поднимут руку и скажут, да, конечно, я помню. Или это болезнь сына, или может быть проблема на работе, или на учебе. Бог отвечает на вашу молитву. Но если даже реально вы, скажем так, вот в ближайшее время не видите ответа на свою молитву, обязательно придет время, и Бог даст в свое время ответ на вашу молитву. Об этом еще. Великой нужде ныне взываю к Тебе, и на коленях слезах я молю об одном. Не позабудь обо мне, вспомни в ночной тишине, не позабудь обо мне. Мне нужна Ты, мне помоги, маленькую, маленькую весточку с неба, мой Господь, пошли. С неба, мой Господь, пошли. Мне тяжело на пути, часто нет силы идти. Господи, знаю, услышишь молитву мою. Только с Тобою, мой Бог, все так ликует, поет, только с Тобою, мой Бог. Как мало мне нужно, Ты мне помоги. Господь, не оставишь пути никогда. Не позабыл обо мне, вспомнил в ночной тишине. Не позабыл обо мне. Как мало мне нужно. Thank you.
пошли. Маленькую, маленькую весточку с неба мой Господь пошли. Второе послание Коринфянам, 6 глава, 11 и 12 стихи. Второе послание Коринфянам, 6 глава, 11 и 12 стихи. «Уста наши отверсты к вам, Коринфяне, сердце наше расширено, вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно». Однажды я видел такую картину. Я и сам это переживал, я думаю, что вы также переживали. На улице стоял человек, ожидал кого-то, и вдруг подзвонил телефон, он достал его с кармана, посмотрел номер, выключил и положил назад. И дальше стоит. Опять звонок, он опять достал этот телефон, уже с другим выражением лица, нажал кнопку, выключил, положил в карман. Третий раз звонок, он уже не достает. И вот сзади кто-то подходит и по плечку вот так осторожно. Он повернулся к нему, видит друг его, тот, что только что звонил. А он его спрашивает: «Это ты так меня любишь? Это ты так хочешь со мной говорить? Это так желаешь встречи?» И вы знаете, мне кажется, что я в этой мелочи многое заметил. Я увидел себя, я увидел своих друзей. Иногда, когда мы выходим из дому, на нас много мира сего, реклам всяких, всяких извещений, информаций, людей и всего прочего настолько нагружается, что иногда нам действительно хотелось бы быть на краю моря. Как автор одного псалма говорит: «Если я даже убегу на край моря, и ты там, ну пускай Господь, он не только, но лишь бы не сосед и не мои сотрудники. Нам бы хотелось бы быть на краю моря, отдохнуть от всех». Иногда я понимаю, что мы должны были быть один на один с Богом в молитве. Но иногда встает непонятным, почему человек с тобой не хочет разговаривать. Несмотря на то, что вчера он улыбался к тебе, звонил, а сегодня какие-то вот свои интересы, и он так небрежно положил этот телефон. Ему, конечно, было стыдно, что тот человек, который звонил, подошел, постучал по плечу, посмотрел на него: «Это ты так хочешь со мной говорить?» Иногда бывают такие моменты. Иногда мы понимаем, что в мелочах этих вся наша жизнь. Иногда эти мелочи формируют нашу духовную структуру, наш духовный образ. Иногда нам хочется выглядеть очень красивыми, любви обильными, но там, когда мы идем по улице, мы проходим с вами тесты, сдаем экзамены, когда садимся в машину, когда на светофоре, когда поворачиваем, когда в магазине что-то покупаем. Однажды ректор семинарии, где я учился, пришел и говорит: «Братья, я сегодня должен читать вам библейский час проводить. А вы знаете, я сегодня не сдал экзамен по гомилетике и по проповеди. А как это?» А вот так, ехал в маршрутке, меня толкали. И я начал тоже проявлять свои вот требования. А потом подумал: а куда же я еду? А кто же я? А кому я буду сейчас проповедовать? Ну хорошо, что он действительно человек Божий, и он признался в этом. Потому что написано: признавайтесь друг перед другом в своих ошибках. Для чего? Чтобы передать кому-то. Видишь, он какой? Нет. Для того, чтобы исправиться. Для того, чтобы увидеть, что мы несовершенны без Господа. Мы несовершенны без Его Слова. И эти маленькие экзамены, они формируют нашу
духовную сущность. Когда братья увидели своего меньшего брата Иосифа в разноцветной одежде, он шел к ним по заданию отца, нес еду там, на полях,